Часть вторая. Смотри. У игры отсутствуют требования, и в нее можно играть в любое время. Зайди в комнату с несколькими людьми. Выбери одного из них и начни смотреть ему в лицо. Пока вы не установите зрительный контакт, тогда игра началась. В течение следующих 30 минут ты не должен отводить взгляд от этого человека. Не теряй его из виду. Если ты упустишь его из поля зрения, ты проиграл. Если ты сможешь смотреть на него ровно 31 минуту, он приблизится и спросит, как тебя зовут. Пока не говори с ним. Если заговоришь сейчас, ты проиграл. Ровно через 30 секунд человек спросит, знаешь ли ты его? Ответь, знаю, но не по имени. Он спросит, какое у него имя? Ответь первым именем, пришедшим в голову. Если ты назовешь другое имя, ты проиграл. Если ты назовешь свое имя, ты проиграл. После того, как ты назовешь имя, человек поверит, что это и есть его имя. Если ты назовешь имя знакомого тебе человека, тот человек примет настоящее имя того, с кем ты говорил. Игра окончена. Ты победил.